В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся концерт, приуроченный ко Дню учителя. Концерт объединил как учителей университетской школы, так и преподавателей института. Открыли торжественную программу первоклассники, в стихах отметившие, что в университетской школе поневоле станешь отличником. В своем поздравлении директор института Елена Мирзон отметила, в чем же сила обоих коллективов. Хочу поздравить всех с этим замечательным профессиональным праздником. Всем здоровья, всем благополучия, всем удачи и много-много сил и желания для того, чтобы все наши замыслы, все наши цели и задачи, безусловно, были реализованы. Мы два больших коллектива, в этом наша ценность, мы вместе, мы один кулак, и поэтому, безусловно, образовательные задачи для нас не составят сложности и труда реализовать. Концерт украсили трогательные видеоролики с участием детей и творческие номера в исполнении студентов, будущих учителей. Были в зале и молодые специалисты, выпускники вуза, которые уже начали работать по выбранному призванию. Для них это первый профессиональный праздник в новом качестве. Финальным аккордом концерта стало награждение тех, кто внес большой вклад в жизнь школы и университета, посвятив себя служению Альма-Матер и замечательному, лучшему в мире призванию. Лев Диденко, пресс-служба Елабужского института КФУ, Универ Ньюс.